Вот красный. О. Сейчас это лицо мне не будет. Не спеши, Вадим, давай. Давай, Вадим.
И сейчас вы повторяете урок вперед. Первые номера. Пошли. Хоп. Уно. Дой. Три. Аджина. Уно. Дой. Три. Хорошо. Сейчас. Три человека становятся вперед. Это Толик, это Сырку сюда, пожалуйста, Вадим туда. Мариус перешел на место, ты становишься здесь, сидишь и здесь. Итак, твоя задача, твоя задача, твоя задача. Вы стоите за краской. По клопу вы должны быстро пробежать. И вот здесь... Вот, видишь, но не останавливаться здесь, а пробежать чуть дальше. И посмотрим, кто первый прибежит. Линия, хорошо. Внимание. Есть. Стоп, нужно. Толик, туда проходи. Что ж ты остановился? Толик, первое место. Приготовились. Мишка, первое место. Вернулись. Здравствуйте. Еще. По клопу вы встаете и бежите. Раз вот здесь. И все, и спокойно. Так, приготовился. Встань, Миша. Первая номера. Давай пошли назад. Вадим, Андрей. Где? Встань, Миша, и с меня рожу. Кто первый? Приготовились на Андрей. Ну, молодец, Валик. Вернулись обратно. Первая номера приготовились. Первая. Назад. Да, иди на спину. Спинаря. Встаем и бежим. Приготовились, Толик. Ушел ты, здоровый, ушел назад. Еще туда все. Внимание. Оп! Оп! Толик первый. Аккуратно там приготовились. Оп! Есть, молодец. Смотри, еще раз, поехали. Раз и не останавливайся. Раз, два шага еще сделай. Туда. Приготовились. Первый номер. Так, можете, рука, да, сюда головой. Вот так, повернулся. Пожалуйста, Толик, вперед, еще вперед. Значит так, по клопу встаете и бежите сюда. Внимание. Руки, руки за спину. Сюда. Ну, Андрей. Андрей! Дай понимаю вас! Вернулись, бежим! Отсюда бежим! А сейчас боком! Ну давайте вот как Толик был! Вот так! И Вадим! Внимание! Так, Толик, что? Приготовились. Толик первый, иди в сторону. Мариус первый, молодец, вернулись. Так, а сейчас, как мы еще можем играть? Вот так, вот так. Отсюда? Нет, один укрутить. Один укрутить пошли. Давайте вот так. Вот как.
Ну-ка, сядь, вперед ноги. Ножки вперед. Далее. Далее. Сядь. Ошататься. Нет. Ноги вперед сюда. Вот так, далее. Вот так. Вот, вот так. Вот так, да. Далее кушок. Далее кушок. Приготовились. Ой, бля, ты. Еще дальше. Еще дальше. Еще дальше. Еще. Еще. Еще ты большой. Второй глаз, второй глаз и пятый глаз. Внимание. Да. Всем первый, первый, первый. Приготовились. Техника лук-колосок. Выведение из равновесия шерстной комби. Потому что в пятницу вы будете бороться по такой системе. Значит, может быть даже весь ковер будет. За выход за ковер шина. Вон он. Вышел еще раз. Я посмотрю, где-то что-то изменяет. То есть за выход за ковер буду наказывать. За то, что упал на колено, ничего не буду давать. Бартер упал, перевернули. Только удержание считается. Только удержание. Бросок, удержание и выход за ковер. Так ударить с лицом. Можно вот так? Да. Ну вот так лицом ударить. Вот смотрите внимательно. На колени, пожалуйста. Посмотрите. На колени. Ногу должен быть. Руки. Посмотрите. Вы его взяли, сбили, например, да? Отсюда что нужно сделать? Отсюда нужно толкнуть его. Оп. Видите, он упал. И отсюда аккуратно на удержание. Uno, due, tre. Вот отсюда. Uno, due, tre. Три секунды держим. Вставай. Теперь ты мне делаешь. И меняем. Бери захват. Так. Отсюда. Толкаешь меня. Оп. Видите, как я упал? И отсюда удержание. Оп. Uno, due, tre. И на колени. Теперь я делаю. Я могу смотреть еще какое сделать выведение. Цинистый. Я могу отсюда раз вывести. Оп. Видите выведение. Отсюда аккуратненько. Не падай на него. Рядышком. И делаю uno, due, tre. Вот два приема. Первый номер, второй номер, первый номер, второй номер. Все время меняемся. Так. Миша. Крахмазан, прошу вас. Здесь вы вдвоем. Здесь вы вдвоем. Здесь. Кто делает? Ты знаешь, что? Ты первый пошел. Я здесь. Я знаю. Видишь, разболелась. Только эти? Итак, пожалуйста. Только эти? Да, только эти. Хорошо. Один. Первый. Они один. Да, один раз ты, один раз. Один раз Мариус, один раз Вадим. Один раз Мариус. Каждый делает 30 раз. Теперь еще Ну,
все. Сними кушаю. Если погасли, то не свеча.
присутствует в каждом. Высказывает о культуре, политике, о простых и сложных вещах, в ежедневной программе «Дневники идеальных мужчин».
сказку быстро строчу. Ау, слушать стильно я обожаю. Ау, и ничего другого на ум. 3-8, 3-7 Следующий, Мариус, готовится для Данила. Также. После Даника догадается Миша, потом Брой. Но... Дякую.
pierderea încrederii, scăderea persistenței stării de stres și la probleme de familie. Pentru sănătatea ozonului vă poate ajuta să revizitați încrederea în forțele proprii. Pentru consultații, telefonați la numărul 930-940 sau vizitați site-ul Международная строительная выставка «Сити». Строительные отделочные материалы, сантехника, окна, двери, мебель, фурнитура и многое другое. Найдите все в одном месте. Легкоатлетический манеж с 4-го. Строительная выставка «Сити Билд». «Эстрес» представляет. Почему сейчас? Такие Он ушел за ковер, и он ушел. То есть, а за ковром нет, считается удержание. Вот если бы Данчик поставил хотя бы ногу на ковер, касался бы вот так, удержание бы считало. А так он убрал ногу. В один ноги поднял, поэтому мотаем. Мотаем 10 секунд удержания, отсадки нет. И было только юг бросок. На бок, юга. Юга ведет. Аджимен. Далее. Боремся, еще 30 секунд. И наречи батарейки. А также на удачу. Пока вся информация, которая поступила благодаря службе такси 14.07. Такси 14.07 всегда в вашем распоряжении. Будьте с нами. Будет вам всегда вести. И полсона мотает. Big.